Приветствую всех, дорогие друзья, будь то случайные зрители или подписчики моего канала. Меня зовут Руслан, на канале Читага Летсплей, и я продолжаю прохождение глобального мода к сталкеру под названием «Путь во мгле». Итак, в прошлой серии давайте я, собственно говоря, опишу вам то, что со мной произошло в прошлой серии в трех словах. Кому интересно это прохождение, кому интересна эта тематика, кому интересно прохождение этого мода конкретно. Вы обязательно можете глянуть это на моем канале, прошлые серии посмотреть, и было очень интересно, здорово и круто, можете глянуть, не пожалеете. Итак, собственно, в двух словах, если давайте опишем, что было в прошлой серии, произошло со мной вот что. Меня, короче, значит... Ай, так, стоп, давайте, наоборот, местами поменяем двустволку вот сюда. А хотя нет, вообще-то, да, лучше пусть будет вот так двустволка здесь, на второй ячейке, да. На второй ячейке двустволка, а на третий калаш. В общем, в прошлой серии я, короче, освободил из плена свободовца. Его поймали бандиты здесь на кордоне, короче, там где-то недалеко от фермы. Его поймали бандиты, я его, этого свободовца, вызвали из плена бандюганов. Ну, он взял, короче, достал пистолет, приставил к своей башке и сам застрелился. Свободовец сам застрелился после того, как я освободил его из плена у бандитов. Это абсурд. Зачем он застрелился? Совершенно непонятно. Ну, в общем, я, значит, взял его КПКшник разблокировал фургон. Оказалось, что это вовсе был никакой не свободовец. Ой, идите в жопу, мужики, а. Оказалось, что это вовсе был никакой не свободовец, а это был монолитовец под прикрытием свободовца, прикинь. То есть он маскировался под свободовца, а это был на самом деле монолитовец, который ищет какой-то артефакт, который у них украли, или что-то типа того, какой-то ценный артефакт, вроде как, насколько я понял, судя по всем этим записям из КПКшника. И вот, значит... Кстати, фургона в прошлой серии убили, меня тоже вжарили по башке, я провалялся на элеваторе 10 часов, совершенно непонятно, полна загадок была прошлая серия, и, собственно, в сегодняшней серии я хочу это все выяснить и попытаться хотя бы найти хотя бы часть каких-то разгадок. Кто меня ударил по башке, кто убил фургона, зачем этот монолитовец здесь оказался на кордоне, и какой артефакт он ищет, кто у них этот артефакт украл, то есть... Здесь опять же замешано на каком-то артефакте все, да? И с группировкой Монолит тоже тут много чего связано. Итак, собственно, сейчас зачем я пришел на лагерь, на базу бандитов? Для того, чтобы поговорить с логопедом, потому что как раз где-то типа, здесь, привет, неподалеку от лагеря, от базы бандитов, поймали бандиты того самого свободовца-монолитовца, да? И еще мы с Борландом в прошлой серии как бы выяснили то, что здесь под кордоном имеются где-то какие-то подземелья. Прикинь, подземелья под кордоном. Ты когда-нибудь видал, нет? Чё, кальянчика, затянемся. Хорош, ништяк. Вот, короче, ты когда-нибудь слыхал про подземелье? Сука, в нардишке давай. В нардишке зашпилим, давай. А, чуваки, мужики, гопота, идите. В нарды зашпилимся. Вот, собственно, ты кто-нибудь когда-нибудь слышал о каких-нибудь подземельях на кордоне? Я лично никогда не слышал и никогда не видел. Это вообще, это какое-то неведанное для меня. Подземелья на кордоне, ты прикинь, какие-то лаборатории еще подземные на кордоне. И вот, собственно, с Борландом мы узнали про эти подземелья в прошлой серии, значит. И, собственно, сейчас мы хотим расспросить, я хочу расспросить у логопеда, у главаря бандитов, где они поймали этого монолитовца-свободовца. Потому что он как раз-таки, видимо, из этих подземелий и выбрался. И, судя по тому, где они его поймали, видимо, там где-то неподалеку вход в эти самые подземелья и должен быть. Это что такое, буржуйка такая какая-то или что? Ладно. Логопед, здоров! Ищешь кого? Да, я тебя ищу. Чё тебе? Есть минутка, а? Чего тебе? Только быстрее давай, время – деньги. Говорят, ваши орлы какого-то свободовца на днях повязали. Малыш, ты хоть понимаешь, куда ты пришел? Перед кем ты стоишь и что ты тут несешь? Извините, обознался, уже ухожу. Слышь, я что-то не понял, в смысле ухожу? А чё за нахрен-то он что-то меня, короче, отправил? Говорит, слышь, малыш, говорит. Иди-ка ты отсюда, мудачок. Ничего я тебе не скажу, блядь. Ты хоть понимаешь, с кем ты, блядь, с кем ты, сука, разговариваешь-то, нахуй? Кто ты вообще? Чё за беспердел-то? Ты пошел нахер! Вообще меня, короче, вторую серию подряд уже по башке хреначат. Мне уже скоро всю голову разобьют, блядь. Ну все, сталкер, суши весла. Да что ж такое-то? Ну почему все меня по голове бьют, все кому не лень-то, а? Скажи спасибо, что живым оставили, видать, у логопеда на тебя особые планы. Черт, башка болит, сил нет. Слушай, дружище, а может договоримся, я могу заплатить? Да чем ты заплатишь, у тебя нет ничего же.
Да и с логопедом я потом разбираться не хочу. У моего напарника деньги есть, он заплатит, сколько скажешь, столько и заплатит, его Борланд зовут. Борланд, говоришь? Слыхал я про такого. Этот может и заплатит, ладно, ты пока тут посиди, я с твоим дружком перетру. Так куда я денусь-то отсюда? Да уж, действительно, куда я отсюда денусь? Я все спрашивал в какой-то из прошлых серий. Зачем ему вот эта клетка? Зачем? Что это такое? Ностальгия по тюрьме или что это такое? Я не понимаю совершенно. Это оказывается вот зачем. Садись сюда неугодных всяких там плебеев паршивых, да, по типа меня. Сталкеров там вольных, да? Сажать сюда в эту клетку и держать в плену. Клево, ну так-то по сути, смотри, тут классно, тут даже шконочки, матрасики, все такое мягенькое, клевенькое. Можно лечь, полежать и все круто. Столик есть, баландочка, кашица какая-то есть с хлебушком, ложечка. Я кашку покушаю, можно? Че, долго мне тут сидеть-то вообще? Ушел такой, главное, куда-то. Опа, С. Не парься, Саван, говорит, сейчас высвободим тебя. Сообщение от Борланда. Нихера, ну ладно, давайте, вы освобождайте, я пока кашку похаваю. Я думаю, так Борланд сейчас заплатит какой-то выкуп за меня, наверное, да, и меня отпустят. Я не понял, это что за нахрен? А, ты мне показывай, что ты... Нихера, там какая-то перестрелка началась без меня, пацаны, я тоже хочу стрелять. Пацаны, возьмите меня с собой пострелять, пошмаляться тоже хочу, вообще не могу, аж руки чешутся. А, я понял, это война началась, в которой тоже, вот, кстати, в прошлой серии у нас речь шла о войне. То есть шаман, главарь с базы сталкеров, он затеял войну против бандитов, потому что бандитов, все, они ему осточертели, а он решил их вывести просто из зоны раз и навсегда, стереть с лица зоны вот этих бандюганов, которые здесь обосновались. И, я так понимаю, это чистонебовцы помогают, да, сталкерам? Да, вот, потому что как раз в прошлой серии с болотными, с чистонебовцами... Связывались сталкеры, связывался шаман через рацию и, собственно, вот сейчас группировка «Чистое небо» или, попросту говоря, «Болотные», они помогают сталкерам. Нихера себе! Помогают сталкерам одержать победу. Сука, это чё за нахер, слышь? Кто меня подорвал? Эй, террористы, слышите? Аль-Каида, блядь. Не вижу ничего. О, холод. Ну что, мужик, потрепало тебя, ты кто? А, вот, это главарь «Чистого неба», видимо, нынешний, да? Ну, я его помню, кстати, из «Чистого неба». Ну что, мужик, потрепало тебя взрывом? Извини, перестарались мои ребята. Но зато и тебя высвободили, себе новое жилье отбили. Ох, башка, да что ж за день ты такой, спасибо, что хоть не убили. Шутишь? Значит, живой. Тебя как звать-то? Саваном кличут. Сам-то кто такого будешь? А меня все холодом называют. А вы кто такие будете вообще? Про нашу группировку и в те в годы в ее рассвета мало кто слышал, а сейчас и вовсе никто не знает. Некоторые зовут нас болотными, а вообще мы все, что осталось в группировке «Чистое небо». Была такая, знаешь, научно-исследовательская группа. Была да сплыла. А что случилось? Что случилось? Да я и сам толком не знаю, что случилось тогда. До сих пор разобраться не можем. А тут какими судьбами? Да вот откликнулись на помощь шаману, да и надоели нам болото, хватит уже в луже сидеть. Надо в мир выходить. Вот и решили мы перебраться к вам на кордон. Ну тогда добро пожаловать, пацаны. Всегда добро пожаловать. Итак, о, Борланд мне машет рукой тут как тут, Борланд. Да ты красава, ты меня освободил с пацанами, с мужиками. Спасибо тебе, чувак. Не оставили в беде меня. Вот ты где? А мы уже весь лагерь перешерстили. Ну что, жив цел, орел? Ага, познакомился вот с нашими новыми друзьями. О, все, он мне всю мою снарягу отдал, видимо, которую у меня бандиты забрали, да, перед тем, как меня закинуть в эту сраную, блядь, за решетку. Это ты про холода, что ли? Ну так мы с ним давно знакомы. Да только не виделись уже несколько лет. Приятная встреча. Ну что, пошли в деревню, обсудим наши дела. Я тут кое-что нашел в записях логопеда. Думаю, тебе тоже будет интересно. Кстати, держи свое шматье, не вечно же мне его таскать. Пойдем скорее, жрать охота сил нет. А, вот они, значит, отправились на кордон в деревню новичков опять. С Борландом. А логопеда-то, кстати, что, тоже порешили? Или логопед смылся, может, куда-нибудь? Может, все-таки главарь у него по-любому какие-нибудь потайные отходы должны быть там в этом, в его, короче, коморке-то. Как у там всяких у римских императоров, да, в древности из крепости были там отходы, короче, по которым и один император, пока его войско воюет, короче, держит осаду, император мог просто незаметно свалить, да? Может, логопед тоже свалил куда-нибудь. Ладно, это не важно. Итак, хорошо, что все обошлось, а то так мы могли бы и грохнуть тебя, бандиты. Ладно, не будем о грустном, я много чего разузнал. Ну, что ты там накопал?
Да много интересного. Ладно, давай о деле. Узнал я, где свободовца поймали. Представляешь, бандиты его почти у самой деревни поймали. То есть прямо здесь? Почти. Тут, на холме, есть будка железная. Вот у этой будки его и взяли. Ты прикинь, бандиты еще так далеко на сталкерскую территорию не заходили раньше. Видать, они свободовца долго выслеживали. А что за будка-то? Да обычная будка, хрен его знает, зачем ее там поставили. Может, вентиляция какая? Хотя выяснить это невозможно. Внутрь не попасть, дверь заварена намертво. И что же делать? А вот здесь начинается самое интересное. Ты знаешь часовщика? Нет, а кто это? Есть тут один старичок, часами увлекается. Говорят, что он в этой деревне с самого дня до основания живет. То есть еще до первой катастрофы 86-го года поселился, представляешь? И вторую катастрофу пережил. А нам-то он чем помочь может? Так вот, у логопеда в ноутбуке были чертежи каких-то старых коммуникаций. Трубы, туннели вентиляционные, отдушины. Я так прикинул, получается, что один из этих туннелей как раз проходит под домом этого самого часовщика. И что ты предлагаешь, вломиться в дом этого старика и устроить обыск? Ты дурак, что ли? Зачем вламываться? Мы его культурно попросим, вдруг старику чего надо, мы и принесем. Ну что, сходишь, поговоришь с часовщиком? А чего я-то сразу? У меня с стариками как-то не очень в последнее время. Мне к шаману надо смотаться, отдать ноутбук логопеда. В нем еще много полезной для сталкеров информации. Не боись, всю информацию о катакомбах я с ноутбука удалю. Так что теперь, кроме нас, больше про эти подземелья никто не узнает. Ладно, пойду поговорю тогда. Ух, вот это да, все интереснее и интереснее на самом деле, дорогие друзья. Мод не перестает меня удивлять и поражать своей интересностью, своей атмосферностью, своим геймплеем, своим сюжетом и своим сценарием. Это просто крутейший мод на самом деле. Вот она зачем, эта дверь, ты посмотри. Вроде в прошлой или в позапрошлой, или в какой-то уже не помню серии, я все ломился в эту дверь, я никак не мог понять, что это за дверь. Здесь часовщик у нас обитает, оказывается, какой-то, охереть. Постучать я стучу, мне никто не открывает, задание обновлено, поговорить с волком, окей. И у него часовщика нету дома, он где-то ходит, бродит. Я хер его знаю, что за часовщик, я на самом деле ни разу его не видел в игре Сталкер. Здорово, волк. Да здорово, е-мое. Здравствуй, волк. Вот, разузнать у тебя хотел, не знаешь случаем, где мне найти часовщика, дома его нет, а у меня к нему вопрос имеется. Ну так ушел он, позавчера еще, а куда ушел? На болото, он там травы какие-то собирает, а потом настойки делает. Вот простуда самое то, я тебе скажу, да и от других болячек помогает. Эх, обидно, а скоро вернется? Да сегодня и вернется, сколько там уже натикало? Должен был прийти, странно. Странно, он никогда не опаздывает, не зря его часовщиком прозвали. Может, что случилось? Слушай, Саван, тебе ответственное за поручение, беги к тоннелю, что недалеко от барьера. Через этот тоннель часовщик и должен был вернуться, мало ли что там стряслось, он хоть мужик и опытный. Всю жизнь в зоне, но не возраст, но возраст свое берет. Координаты я тебе скинул. Все, бегом давай. Считай, я уже там. Ага, понятно. То есть игра привет, сохранена. Брат. Короче, часовщик, видимо, попал в какую-то беду, потому что, судя по словам волка, это часовщик, значит, это весьма актуальный чувак, потому что, как говорится, неактуального, то есть пунктуальный чувак, потому что непунктуального чувака часовщиком явно не прозовут. Поэтому этот чувак весьма пунктуален, но сегодня он почему-то задерживается и опаздывает с какой-то ходки, он какие-то целебные травы на болотах собирает, короче. И ходит за какими-то целебными травами, делает из них какие-то целебные настойки. И сегодня он почему-то задерживается и опаздывает. Это, кстати, тоннель, где я убивал химеру, в котором у нас обитала химера. Я надеюсь, никакой детеныш химеры напал на нашего часовщика, а? Так, свет сразу подрубаем. Опа, С. Помочь часовщику чудо. Сука, собаки на него напали. Вот что с ним стряслось. Вот почему он задерживается. Падла. Падла, сдохни, тварь. Одну готова. Еще одна готова, сука, падла. Третья готова. Сука, вот эта тварь меня грызет. Вот эта тварь меня грызет, меня. Сука, как ни странно, еще из четырех собак ни одна не покопала. Так прикинь. Еще ни одна даже не хапанула. Вот, сука, поцарапала тварь. Поцарапала или кусила тварь. Иди ты отсюда уже, а! Да ты сдохнешь когда-нибудь или нет, падла? Все, псы чернобыльские, готово. Так, надо подлечиться, хпшку подвосстановить, бинтик применить, кровотечение остановить. Окей, красавчики мы. Во, смотри, дед какой, нихера себе. Я такого деда в этой игре ни разу не видел вообще в сталкере, такого дедульку. Часовщик, здоров! Хе. Ну, кстати, не так ты и старо выглядишь для такого возраста. Блин, еще считай, до 86-го года, получается, в этой деревне поселился и до сих пор живет. Вроде не такой уж и старый ты.
Видать, зона-то сохраняет, ага, радиация и все такое, типа, мумифицирует, видимо, сохраняет человека. Так, ну ладно. Спасибо тебе, парнишка, что от мутантов взбесились в последнее время, проходу не дают. Да не за что, дедуля, вы ведь часовщик? Ну да, а ты сам-то кто будешь? Меня Сауном кличут, я вас как раз искал. Меня? Надо же, и чем я могу тебе помочь? Расскажите мне о туннеле под деревней. О как! Я смотрю, ты, парень, не промах, вокруг да около не ходишь, рубишь с плеча. Что ж, уважаю прямых людей. Ладно, расскажу тебе все, как есть. Ну а сам понимаешь, никому ни слова, понял? Да могила, дедуль, могила. После Великой Отечественной войны руководство СССР было крайне обеспокоено защитными мерами и путями отхода высокопоставленных лиц. Поэтому было решено создать тайную разветвленную подземную коммуникацию «Онную сеть». В первую очередь эта сеть должна была обеспечивать экстренную эвакуацию из осажденных городов, таких как Киев, Минск и Москва. Одна из подземных железнодорожных веток этой сети, расположенной здесь, под зоной, это путь Киев-Минск. Вместе с этой веткой были построены подземные коммуникации для обслуживания подвижного состава, а также для доставки материалов в другие важные объекты, коих на тот момент везде хватало. Меня тут поставили охранять черный ход. Вот с тех самых пор и сторожу. Нихера ты не задержался на работе, блин. 40 лет уже, блин, засторожит. То есть туннель под деревней ведет к железной дороге, не может быть. Эх, не пожил ты при Союзе! Милок, в те времена еще и не такое дело, реки вспять поворачивали, ёпта, во как! А уж дыр в земле надо нарыть, это расплюнуть было. Дед, а как туда попасть? Мы в катакомбы эти, уж очень посмотреть охота. Ишь ты какой, шустрый-то! С чего это я должен тебя в туннеле пущать? Мне начальство строго-настрого велело никого не, без ведома не пущать. Дед, какое начальство? Тут зона давным-давно не осталось, твоего начальства уже давным-давно. Как не осталось? А шумит там кто тогда? Где? Ты про что, дед? В туннеле! Каждую ночь тут шумит. Если это не начальство, то кто тогда? А? Ну-ка скажи мне. Да мало ли твари там поселиться могло за прошедшие годы, дед. Позже гляну. Схожу. Ну хитрец. Обмануть меня хотел. Ладно. Я тебе вроде как обязан. Так уж и быть. Вот тебе запасной ключ от моей хаты. Только ничего в доме не трогай, понял? Лады, дед, спасибо тебе. Ага, то есть вот этот грозный дедуля, он, блин... Я не знаю даже, как его назвать. Короче, дедок с милости велся надо мной. И дал мне запасной ключ от своего домика, от своей хаты. Как раз от той самой двери, в которую я уже которую серию ломлюсь, блин, и никак не могу туда проникнуть. Но сейчас, я думаю, все-таки туда проникну и попаду, потому что... Дедулька, часовщик, он мне уже непосредственно сам из рук в руки передал ключ от своего дома, от этой двери, блин, заветной, в которую я так мечтал попасть, блин, уже не помню с какой серии. И я сейчас наконец-то попаду в эту дверь и увижу, что там меня ожидает за этой дверью. И, судя по всему, там под его домом, короче, проходит туннель, и как раз-таки вход в эти туннели там тоже есть. О, Борунд, тут как тут стоит, прикинь, смотри, Борунд. Вот ты где. Ну что, разузнал у часовщика о подземке? Ага, и не только разузнал, но и ключ получил от комнаты, в которой есть спуск в подземелье. Отлично, не ожидал, что так легко получится получить доступ в подземелье. Ну что, есть желание спустить в подземелье? А то, пошли. Двинули. Все, мы погнали с Борландом, короче, на хату к этому дедульке, к часовщику. На хату к дедуле мы идем, у нас там будет туса с дедом, мы там с Борландом тусанем. Йо-йо-йо. Ладно, короче, вот она, та самая заветная дверь, все, не будем томить. Открываем. Слышь, Борланд, выпусти меня, сука! Да выпусти ты меня, мудак сраный! Ты что, прикалываешься или что, слышь? Нахер я сюда зашел-то вообще, я не знаю, слышь! Да выпусти ты меня, дебил! Да выпусти ты меня, придурка, кусок сраного, слышь ты! Пацан! Это что за беспредел-то, блин? Итак, дорогие друзья, вот я снова пришел к этому злосчастному дому, к этой злосчастной двери, которая просто какая-то, она мистическая, понимаешь, она не подпускает меня к себе. Она не хочет меня подпускать к себе, вообще никак не хочет открывать мне свои тайны, эта сраная дверь. Ну все, все, я тебя открываю, я надеюсь, я сейчас нигде не застряну, все нормально будет, да? Все, я дверь открыл. Нифига тут у каморочка, смотри, у часовщика-то, а?
Ничего особенного, так-то, смотри. Убранство комнаты, интерьер этой комнатки у него довольно-таки скудный. Стоит шкаф, стоит стол, стул, блин. И даже стула-то нету, один стол без стула стоит с лампой на нем. И вот мы спускаемся в черное ж... Это я что, типа, упал? Нихера себе, смотри, мы, короче, в чернейшее жерло спустились в этого тоннеля, блин. Охеренно, нифига ты, смотри, мы, короче, спустились в подземелье, в которых, видимо, судя по всему, никто и никогда не был. Подземелье кордона, ты прикинь? Ну, хотя я сомневаюсь, что здесь никого и никогда не было. Что на кордоне подземелье, блин, вообще, они, по сути, очень доступны должны быть. Так, ладно. Саван, ты живой? Ну ты выдал. Ты как упасть-то умудрился? Ох, живой, живой. Да что мне сделать-то? Ногу вот подвернул. Пошли, альпинист хренов. Да чего ж ты неуклюжий-то, а? Погоди, я что-то слышу. Чего еще? Тихо, пошли за мной, не шуми. Давай вперед, я за тобой. Так, свет, 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 у меня есть свет, отлично. О, сука, тушканчики, тушканы, тушканы, пошли, поперли, тушканы, ёпта. Давненько я не видел вот этих мелких гадов. Нихера ты посмотри, где мы. Обалдеть, тут нихера ты посмотри. Ладно, не Борнут не говорит, не отставай, Саван. Ладно, в ту сторону мы сходим потом, наверное. Я так думаю. Нихера, подземелье кордона. Я на самом деле в Сталкере каких только подземелья не исходил. На Агропроме, в Темной долине, блин, на ЧС, на... Короче, до хрена где, блин, на Янтаре. Ты... Вообще очень много где всяких разных подземелий избродил, да, из всех игр, в которые я играл в серии Сталкера, охереть. Ну, подземелье кордона я вижу впервые, вот, честное слово. Может, я не во все моды играл, просто, но в любом случае подземелье кордона я вижу вот это впервые вообще. Итак, ну что ж, дорогие друзья, на сегодня я тогда буду заканчивать. Мы нашли эти подземелья, мы забрались с Борундом в эти подземелья, что нас ожидает дальше в этих подземельях, я буду выяснять это в следующей серии. А на сегодня, дорогие друзья, я буду заканчивать. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Если видео вам не понравилось, то обязательно хотя бы оставьте хоть какой-то комментарий со своей полезной для меня критикой, потому что я все это читаю, я все это принимаю на свой счет, и как бы я все это учитываю. Ну что ж, дорогие друзья, всем вам еще раз большое спасибо. Увидимся, услышимся в следующих сериях моих летсплеев. Всем вам удачи, всем пока.